Настройтесь на то, что навыки, полученные сегодня на уроке, очень вам пригодятся в дальнейшей жизни. Интересное, а главное, очень познавательное занятие провели в Щелковской школе номер 8 для учащихся 4 класса в рамках недели функциональной грамотности. На ярких и показательных примерах младшеклассники учатся, как вести себя в самых различных жизненных ситуациях. В этот раз темой урока стал поход в театр. Педагоги начальной школы, они должны воспитывать самостоятельную личность, которая умеет легко адаптироваться в современном мире. И как раз-то вот на этом уроке я вот им предоставляю вот этот маленький опыт, что они идут в театр, получили билет, и что делать дальше с этим билетом? Как добраться до театра? Как найти свое место? Школьники слушали педагога внимательно, отвечали на вопросы учителя и задавали свои. Как бы они себя повели в той или иной ситуации, смогли ли бы без помощи взрослых найти выход? Ребятам было интересно поучаствовать в увлекательном и познавательном интерактиве. Они согласились с тем, что такие знания точно им пригодятся в будущем. Во взрослой жизни тебе надо будет найти ситуацию самому, без учителя, и это очень помогает. Допустим, ты опоздал на поезд. Это был последний поезд, и можно, например, вызвать такси или позвонить кому-то из родственников, кто живет поблизости. Подобные тематические занятия для учеников начальных классов проходят в школах городского округа Щелково регулярно. В целях обмена опытом посетить урок могут педагоги из других школ, чтобы взять что-то на заметку для проведения собственных классных занятий. Мария Бужинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.